Залил масло ловалин. Процесс 5W30. Сейчас будет первый пуск. Ну, внешне вроде канистра похожа на то, что должно быть. Посмотрим. Так. Так, давление есть. Послушаем, пойдем двигатель на первом пуске. Ну, в принципе, вроде посторонних шумов нет, гидрики сейчас прокачаются. Посмотрим, как будет ездить. Пока вроде все нормально. Надо посмотреть, как будет удар и все остальное, но посторонних звуков при первом пуске каких-то криминала такого-то я пока не вижу. Гидрики прокачаются.